О великий угодниче Христов, святый праведный отче Иоанне Кронштадтский, пастырю дивный, скорый помощниче и милостивый предстателю, вознося словословие триединому Богу, ты молитвенно взывал, имя тебе — любовь. Не отвергни меня заблуждающегося, имя тебе — сила, укрепи меня изнемогающего и падающего. Имя тебе — свет, просвети душу мою, омраченную житейскими страстями. Имя тебе — мир, умири мятущуюся душу мою. Ныне благодарное твоему предстательству всероссийское паство молится тебе, Христоименитый и праведный угодниче Божий, любовью твоею озари нас, грешных и немощных. Сподоби нас принести достойные плоды покаяния и неосужденно причащатися Христовых тайн. Силою твоею веру в нас укрепи, в молитве поддержи, недуги и болезни исцели, от напастей, врагов видимых и невидимых, избави. Светом лика Твоего служителей и предстоятелей алтаря Христова на святые подвиги пастырского делания подвигни, младенцам воспитание даруй, юное настави, старость поддержи, святыни храмов и святые обители озари, умери чудотворче и праведче преизряднейший, народы страны нашей, благодатью и даром Святаго Духа избави от междоусобной брани, расточенное собери, прельщенное обрати и совокупи святей соборней и апостольской церкви. Милостью Твоею супружество в мире и единомыслие соблюди, монашествующим в делах благих преуспеяние и благословение даруй, малодушные утеши, страждущих от духов нечистых свободи, в нуждах и обстояниях сущих помилуй, и нас на путь спасения настави. Во Христе живый, Отче наш Иоанне, приведи нас к невечернему свету жизни вечной, да сподобимся с Тобою вечного блаженства, хвалище и превозносяще Бога во веки веков. Аминь. Православной веры поборниче, земли российские печальниче, пастырем правила и образе верным, покаяния и жизни во Христе проповедниче. Божественных тайн, благоговейный служителю и дерзновенный о людях молитвенниче, Отче праведный Иоанне, целителю и предивный чудотворче, граду Кронштадту похвало и церкви нашей украшение. Моли всеблагаго Бога, умерите мир и спасти души наши. Днесь пастырь кронштадтский предстоит престолу Божию и усердно молит о верных Христа пастыря начальника, обетование давшего. Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей.